В Афганистане пленный талиб убил 8 полицейских. Заключенному удалось завладеть оружием охранника. Он воспользовался тем, что охрана совершала намаз. В Афганистане пленный боевик движения «Талибан» убил 8 полицейских в тюрьме провинции Забуль на юге страны. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию радиостанции «Голос Америки» в понедельник, 24 сентября. Заключенному удалось завладеть оружием охранника. Он воспользовался тем, что охрана совершала намаз. Отмечается, что среди убитых – начальник отдела безопасности полиции города Сафа. О судьбе талиба информации нет. Ранее стало известно, что на севере Афганистана боевики талибана захватили один из районов в провинции Джоузджан. Захвату предшествовали ожесточенные бои. Также сообщалось, что в результате атаки талибов на КПП в северной провинции Афганистана Баглан погибли 44 полицейских и солдат. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/TMIC/Correspondent.net по материалам сайта newsgra.com.